4-летнему Асан Али Кабанбай срочно нужна помощь в борьбе с раком крови. У малыша обнаружили страшный диагноз – острый миелобластный лейкоз. Для его родителей это стало полной неожиданностью. Сейчас мальчик проходит химиотерапию, но для лечения в Южной Корее требуется 25 миллионов тенге. У родных Асан Али таких денег нет, и они очень рассчитывают на нашу финансовую поддержку. Мы не хотим потерять ребенка, и вот для этого мы хотим лечение начать продолжить в Корее, Южной Корее. У всех неравнодушных просим помощь. Пожалуйста, люди, помогите. Помогите победить эту болезнь. Помогите не потерять сына.